Идем мы к морю. Завтра же мы уезжаем. Посмотрим еще разочек на море, да, Жень? Да. Как там оно сегодня без нас? Вчера штормило море. Посмотрим, как сегодня. От нас до моря идти, ну сколько? Минут, наверное. 10-15, да? Ну, если шагом быстро, если бы мы не гуляли бы сейчас в обход и сразу бы спустились как нужно, то да, минут 10. А так как мы шли, считай, весь наш комплекс проходили заново по дороге, то, конечно, дольше чуть. Пакета нет тут? Пакета нет. Мне нужен. Но. Ну, в карман положи. Ну, так у тебя карман, знаешь, какой становится. Кстати, сегодня дождь обещали, да? Ну, такой. Или не обещали сегодня дождь? Нет. Ну, что, нормально. Дождь? Обещали, а утром был? Ничего не было вообще. Я просто не видел. Но... Ирсюра как распогодилась, вообще небо чистейшее. В принципе, все дни какие-то многие обещали дождь, а где он был? Ну, он был то ночью, то это, но мы... Сочи как большие, бы... может, где-то в Сочи было, а у нас не было. У нас вообще хорошо. Видите, какие маленькие домики, отели здесь. Пожалуйста, приезжайте, снимайте жилье. А там, где мы были первый раз, там прямо отель стоял на берегу. Видел, нет? Это когда? Первый раз? Только мы сам первый раз вышли к морю. А вон поезд впереди. Видите, друзья? Уже проехал. Так там отель был прямо на берегу моря. Прикольно. Да, может быть прикольно, но я чувствую, что он такой дешманский. А стоит, наверное, дохрена. Типа как барак. Из-за того, что на берегу. Угу. Точно. Успеем мы до заката-то на море выйти? Успей, что море вон уже близко. Успеем, значит. Сейчас экскурсию будут предлагать. Угу. Которая нам не нужна. Ага. Экскурсии неинтересны. Спасибо большое, уже были везде, все ездили, смотрели, все знаем. Он продолжает писать. Пишет, если смотреть на заставку сдалека, кажется, что бурундук хищно поедает шаверму. Он что, еще из Питера? А вам как? Бурундук? Я ж люблю бурундук. Да. Да, я бурундук. И что? Смешно вообще. Шаверму. Походу, чувак из Питера. Шаверму. Что, вот старое видео уже. По кругу, что ли, смотрит? Угомонись, товарищ. Да пусть пишет, я уже не отвечаю. Что время тратить, столько писать? Время стоит дорого, особенно моя. Нет, очень то, дорого. То Маша статьи не пишет, потому что ссылки надо давать. Ага, больше ничего не надо. Мы знаем, что у Маши происходит, и нам достаточно. Что кому доказывать? Нет, ну, я могу заработок своего дня разделить на количество часов. И сколько нужно потратить, чтобы найти Машину статью там? Час-два. Пожалуйста, оплачивайте, я поищу. Я что, бесплатно что ли буду искать? Хренушки два. Переводите бабки, я найду вам статью. А так бесплатно ничего не собираюсь сделать. Надо сами ищите. Это потому, что Маша показывала. У нее есть
карточка почетного корреспондента. Вот, ей же выдали все там, сертификат, все там. Ну, с другой стороны, конечно, если не верить, то можно сказать, ну, знаешь, подделка, то все. Ну, зачем нам это? Вот один только вопрос. Вот если Маша, к примеру, там не почетный корреспондент Израиля, хотя там иврит пыталась учить, но я ей не говорю это. Она вообще, по-моему, уже иврит. Все, вот семестр прошел, думала, не знаю, что надумала, будет учить, нет. Потому что как бы, мне кажется, не будет, но нафиг. Да, потому что как бы она говорит, что нету, ну, короче, мотивации у нее нету. Потому что зачем он ей? В Израиле она не собирается, как бы, ну, непонятно зачем. А вот английский хочет сейчас подтянуть, вот, курсы ищет. А я не понял, а что случилось с морем? Оно подтянулось, что ли, сюда? Ближе стало? Или что случилось-то, я не понял. Ребята, штормит. Где-то так же, наверное. А может даже... Да, так же, да, Жень? Да, дно тут что-то как-то по-другому сделалось. Отвод. Дно изменилось, да. Чай 700 миллилитров, 700 рублей. Малиновый, что там, репетровый. Да потерпи, просто рука уже затекла, такая вот. Да, да. Где закат, солнышко? О, да на где? Ну, как раз успели, да, к закату. Угу. Горы покажу вон там. Пока видно их еще. Смотри. Поставили стульчики, шезлонги. Угу. Прикол. Да. Походу мы опять поздно пришли, матушка. Почему? Ну вот днем тут солнышко было, наверное. Сидишь хорошо, обалдеешь. Может и сейчас, чтобы люди сидели. Сейчас я не хочу сидеть. Сегодня ветрено, мне кажется, время было. Сегодня волны как-то повыше, но с другой стороны, они, ну, так близко к нам не доходят. Вчера как-то они... Вчера их было, они были... Вчера не было мелких, вчера были только крупные. Да, и они вот а сегодня сюда. Какие-то мелкие, видишь, такие еще. А вчера были очень большие и только крупные шли. Да, потому что вот тут все же вот сюда заливало, а тут... Пешком море каждый раз разное. Вчера было вроде бы более-менее гладкое, но большие волны. А сегодня глянь вдаль. Да, оно все такое. Оно все как будто, да, какие-то. Рябое, волнистое, но вода дальше ушла. Вот даже ты вчера снимал на камеру с балкона. Да. Блин, вот видел, какие-то были, ну такие. Смотри, большие какие-то волны. Да. Хотя так, в принципе, волны, это, ну, более-менее было ровное море, а сегодня нет. А ну, что-то человек плавает, что ли? Или буёк? Не знаю, буёк, наверное. Какой человек-то будет плавать? Я вижу, да, что-то приблизить. Видишь, да? Непонятно. Сделаю, наверное, я сейчас пару фоточек.
друзья. Ну вот дошли мы до нашего ЖК. Вот опять этими же путями. В общем, которые покороче путь будет. Вот. И сейчас нам надо зайти в перекресток, колбаски купить. Потому что у нас еда есть. Больше ничего такого нам не надо. Колбаски. Еще я хочу купить в самолет, как я брала из Москвы. Тик-так. Тик-так. Да. Чтобы когда взлетаешь. И при посадке сосу их, чтобы уши не закладывало. Вот. В общем, из Москвы тоже брала, когда сюда летели. И очень хорошо. И сейчас надо взять. Так что сейчас пойдем в магазин, а потом будем уже потихоньку собираться дома. Кушать, собираться. Все такое. Вот так начинается наш последний день. Сегодня у нас день отлета. Вещи потихонечку собираются. Аккумулируются в этом большом чемоданчике. Тут мы уже все поскладывали. Это камера, это мои вещи, новые носки чистые, штаны. Так, в общем, потихонечку собираемся. Сейчас выйдем с вами на балкон, посмотрим, что там творится. Ой. Ветерочек так-то. Так-то ветерочек, друзья, товарищи. Сегодня у нас море. А, море вроде не успокоилось. Видите как? О, нормально. Сегодня у нас 15 ноября. 15 ноября. Я вот так вышел на балкон. Топлес. Если бы ветра не было, то было вообще комфортно. А если бы было солнышко, то вообще было бы хорошо, можно было загорать. Хотя солнышко, вон, видите, за мной. Где-то там оно в облаках вот пробивается. Так что, может, сегодня еще будет солнечная погодка. Как и вчера была солнечная погодка. Так, тут у меня все чистенько. Нормально. О, блин! Вы видите эти капли? Они, мне кажется, как будто что-то разбилось. Как будто бы стакан разбился. А это просто капельки воды. Опять она раскрылась. Ветер все время снимает покрывало. Сейчас я заново укрою его. Да, хорошая погодка, конечно. Что не скажешь. Так, вот это надо опустить, чтобы вода не попадала туда, в электричество. Так, последний взгляд, последняя съемка этого прекрасного балкона, веранды.